Всем привет, меня зовут Настя, и вы находитесь на канале, посвященном вязанию и теплым вещам, созданным своими руками. Сегодня наступил 14-й день зимы, мы уже приближаемся к середине декабря, и сегодня будем открывать очередное окошко Влогмаса. И, конечно же, по традиции мы начнем с распаковки конверта с фрагментом для пледа «Дружба». Вот так вот выглядит сейчас коробочка, вот так вот выглядит наш мешочек с кусочками пледа, которые мы уже открыли. И давайте приступим. Так, а сегодня квадратики для пледа приехали из города Набережные Челны от моей подписчицы Гульнары. Сначала вяжу письмо, посмотрим, что пишет нам Гульнара. Ой, Гульнара написала маленькую историю, как она научилась вязать, и что она вяжет с начальной школы, и мама научила обвязывать носовые платки и вышивать крестиком, а потом сама потихоньку училась вязать из того, что было. И Гульнара вязала из пряжи Drops Cotton Merino, и пишет, что это самое-самое любимое. Изделие носится долго, по крайней мере, третий год. Худи сына уже донашивают другие. И оно идеально, не колючее, мягкое и комфортное. Еще здесь будет пряжа, выгодный носок от Пехорки. Вторая пряжа от Пехорки за последние 2 дня, из которой она вязала, Гульнара вязала из этой пряжи носки. И пишет, что она не колючая, мягкая и подходит для чувствительной кожи. И еще в одном квадратике присутствует бобинный полумеринос. И эта пряжа, Гульнара пишет, тоже очень комфортная. Давайте посмотрим на квадратике. Здесь есть этикеточки. Спасибо огромное. Вот квадратик, про который писала Гульнара, что она вязала из этой пряжи носки. Выгодный носок от Пехорки. Что у нас здесь в составе? В составе у нас здесь 40% шерсти, 60% полиамида. Вот такой вот он у вас ярко-красный, но на самом деле он не такой алый. По сравнению с моим свитером, кажется, очень яркий. Связан он крючком, вот таким вот узором. И в пряже, пряжа красная и с вкраплениями такого седого пуха. Я бы так, наверное, это назвала. Тактильно действительно приятный. Я думаю, что она вполне подходит действительно для носочков. Вот такой вот квадратик. Второй квадратик из Cotton Merino пряжи от Drops. Вот такая красота, тоже вязаный крючком. Здесь несколько цветов. Очень-очень красиво. И еще третий. И этот, видимо, связан из бобинной пряжи. Вот, объемненький такой. Вот тут, правда, этот узор, который я, кажется, использовала в корзинке. Какие вы у меня изобретательные. Спасибо, спасибо большое. Вот такая вот красота попалась мне сегодня. На сегодня больше не будем распаковывать, потому что боюсь, что не хватит до 31 числа мне ваших посылок. Так, квадратики мы перекладываем в корзину. Писали, что, наверное, хватит на 2 пледа. Нет, дорогие мои, хватит на 1 плед. Пока не знаю, какого размера. Будем рассматривать все вместе чуть позже. Вот пока вот такое вот количество. И теперь давайте будем открывать очередную дверцу нашего адвента чайного. И сегодня окошко номер 14. Какое здесь нам пожелание сегодня написали? Философия прошедшего дня – это здравый смысл следующего. И чай. Чай у меня сегодня будет травяной. Это чай, который можно пить как в горячем виде, так и в холодном. И здесь присутствуют следующие ноты. Яблоко, шиповник, гибискус и виноград.
Думаю, что такой чай вы, возможно, видели на прилавках магазинов. Что следующее будем делать? Следующим, конечно же, мы с вами посмотрим на елочную игрушку. Елочная игрушка сегодня. Давайте я вам рассказывала про то, что у нас здесь будут из разных материалов игрушки. Давайте сегодня пусть это будет пенопласт. Тему овощей, фруктов и теперь еще присоединяем к этому грибы. И это вот такой вот грибочек. Вот такой симпатичный. Здесь даже цена какая-то стоит. Цена 23 копейки. Вот. Тоже симпатичный экземпляр. И о моем сегодняшнем украшении. Сегодня на мне брошка пин в виде белочки и желудя. Белочка сидит на ветке, вот такая вот. Сидит на ветке, и у нее здесь желудь висит, такой из искусственного жемчуга. Мне кажется, тоже весьма зимняя брошка. И эта брошка винтажная фирмы Avon. Серьги эти я вам уже показывала. И еще хочется пару слов сказать про появившийся вчера комментарий под видео. Трое из вас написали, что я грустная, что у меня какие-то глаза в слезах. И вот что я хочу сказать на этот счет. Друзья, мы с вами встречаемся каждый день. И для меня сегодня действительно вторник. Я записываю утром, рано утром, и первые, с кем я начинаю разговаривать в этот вторник, это вы. И так происходит практически каждый день. Я просыпаюсь, делаю себе завтрак, завтракаю и сажусь записывать видео. Поэтому я, как любой обычный нормальный человек, каждый день выгляжу по-разному. Я могу быть немножко не выспавшейся, или в выходные я сплю обычно больше, чем в будние дни. И от этого зависит, от очень многих факторов зависит, как я выгляжу. Я этого совершенно не стесняюсь, потому что это на самом деле не так уж и просто появляться на камеру каждый день в течение целого месяца. И, естественно, я могу быть даже в разном настроении, потому что всегда находится повод для улыбки, но настроение у меня, как и у любого другого человека, бывает разное. Иногда мне трудно бывает проснуться рано утром и сесть разговаривать на камеру. Вот сейчас немножко начал у меня садиться голос, и это тоже нормально, потому что я обычный человек, так что не переживайте, у меня все хорошо, я просто иногда очень по-разному выгляжу утром. И теперь пожелания на сегодняшний день. Сегодняшнее пожелание будет ярких ощущений. Проявляйте в жизни разные эмоции, это очень важно. Иногда важно и поплакать, и посмеяться, и иногда для разрежения своего внутреннего состояния нужно даже покричать, и это нормально, так делают все нормальные люди. Вот как раз в тему нашего сегодняшнего разговора о том, почему я выгляжу по-разному, потому что я живой человек. Вот такое вот послание на сегодняшний день. Я вам желаю прекрасного вторника. Пусть день пройдет хорошо. На этом у меня на сегодня все. Я буду очень благодарна вашим лайкам, комментариям. И увидимся мы с вами уже завтра. Ну а еще, возможно, если у меня сегодня появится настроение, то ждите видео и вечера. Пока-пока!